Добрый день, уважаемые предприниматели! Меня зовут Ербол Устемиров, я заместитель председателя правления НПП «Атамикен». В этом подкасте я расскажу, как приостановить оплату за аренду госимущества. Если вы имеете школьную столовую, аптеки в больницах, поликлиниках, коммерческие площади в госорганах, то вам приостановят начисление арендных платежей. Но для этого вам необходимо: первое, на портале реестра госимущества www.gosreestr.kz перейти в личный кабинет, а затем в раздел «Договора аренды». Во вкладке «Договора» выберите необходимый договор и укажите параметры поиска, нажав на кнопку «Поиск». В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать заявку на приостановление начисления арендного платежа». В заявке укажите вашу категорию предпринимательства, выберите срок приостановления, максимально 3 месяца до 19 июня 2020 года. Далее нажмите на кнопку «Создать заявку», а затем на кнопку «Отправить на рассмотрение». Подпишите электронной цифровой подписью, затем повторно нажмите на «Отправить на рассмотрение». После рассмотрения заявки госорган-наймодатель создаст дополнительное соглашение, которое к вам придет в личный кабинет на подписание. Указанное дополнительное соглашение необходимо подписать с использованием ЭЦП в течение 3 рабочих дней со дня формирования его наймодателем на портале. Дополнительное соглашение создано, уплата арендной платы приостановлена. Отдельно хочу поблагодарить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку нашей инициативы по освобождению предпринимателей от арендной платы. Благодарю за внимание.